щенят до вчера утром, скорее всего. Это у нее третий вызов за ее жизнь. Еще молодая собачка. Всех стерилизовали тогда, когда белецкие отловили. В смысле, а ее тогда не смогли словить, и она вот привела щенку в очередной раз. Ну, один он лежит совсем слабенький, я его пытался подсовывать, вот он, чтобы он попил молочка у нее, но он совсем слабый, не дает, не может подлезть. Девочка, где мальчики-то? Остальные активные. Одного уже погиб, я не знаю, или она задавила, или сам, ну, большой был так щеночек, крупненький, чистенький. Отец у них, наверное, какой-то такой с купированными хвостами. У них купированные хвосты коротенькие. Хотя не во всех, есть и длинные хвостики. Сколько здесь? 7-8, я даже не знаю. Сейчас вот одного возьму. Посмотрим, какой это. Хорошенький, девочка, с купированным хвостиком. Сейчас. Слепые розовенькие. Ну, иди к маме. Иди к маме, иди. Иди к маме. Вот она. Вот как-то опа сунуть. Все активные. А этот... Он совсем маленький, и он неактивный. Видно, погибнет. Совсем он самый слабенький. Не знаю. Будем надеяться, что выживет. А там кто? Ну, ему нужно пить молочко. Мало.